Інформаційна група на чолі зі старшинею Гомельського облвиконкома Володимиром Дворником наведала літійний завод «Централіт». У робочій програмі наведування витворчості і зустріча з колективом. На підприємстві побував Олег Сінцюров. Литейный завод «Централит» – предприятие с, может, не самыми высокими, а нестабильно становчими экономичными показчиками. По выниках минулого года средняя зарплата перевысила 950 рублей при росте объема вытворчества 104%. При этом продукция гомельчан красается попытом не только в Беларуси. Сегодня на экспорт поставляется примерно 52% продукции, которая вырабатывается на «Централите». По увеличению ассортимента и снижению себекошта у таких умовах необходимость. С этой нагоды на предприятии уже реализовали некоторые проекты по модернизации вытворчества. А прочат администрация «Централита» звернулась в областный совет депутату с просьбой снизить податки на землю и нерухомость. Это одразу повлияет на конкурентоспособность продукции. В минулом году экспорт перевысил 8 миллионов долларов. И есть все подставы мерковать, что сегодня этот показчик может увеличиться. Традиционными рынками завода являются Российская Федерация, Финляндия, Литва, Эстония, Швеция. Продолжаем наращивать объемы, запланированный рост объемов и на 2019 год, как промышленного производства, так и экспорта. От дорожной арматуры и обсталевания для Минского и Московского метрополитена до малых архитектурных форм. В минулом году прибыток «Централита» от реализованной продукции перевысил 800 тысяч рублей. Подчас встречи с коллективом старшиня облвиконкома Владимир Дворник на эффективность работы промыслового комплекса звертая особливую увагу. Гомельская область – буйнейший в Беларуси промысловый регион, а тому от выников деятельности предприемцев напрямую залежит наполняемость бюджету и, как выник, реализация запланированных программ. В этом году у регионе планируется ввести в эксплуатацию нескольких новых предприятий, что окажет становчий вплив на социально-экономичную ситуацию. ЦКК, я думаю, в этом году выйдет. Это будет крупнейший завод с хорошей экономикой, который добавит нам отрасли промышленности. В этом году мы должны получить первую колейную продукцию на Петриковщине. Это вообще супер завод, который намного увеличит потенциал области в промышленности. Ну и много-много предприятий, их десятки, которые сегодня модернизируются, новые предприятия, которые появятся на карте к концу этого года. Поэтому для меня промышленность и для региона – это особый потенциал, который должен поднять уровень жизни и достатка наших людей. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».